Приветствую вас, друзья! И сегодня я вам расскажу историю про человека, который спас сотни людей от самоубийства – Дон Ричи. Мыс The Jab в Новом Южном Уэльсе печально известен как место самоубийц. К счастью для многих людей, решивших свести счеты с жизнью, через дорогу здесь жил удивительный мужчина по имени Дон Ричи. В течение полувека он спас многие десятки жизней, за что его даже прозвали австралийским ангелом-хранителем. В общей сложности он уберег от страшного поступка более 400 человек. При этом у него не было специальных навыков, и Дон никогда не обращался в полицию за помощью. Что же он делал для того, чтобы заставить людей изменить свое решение? Ничего сверхъестественного. Он просто тепло им улыбался и приглашал к себе в дом. «Не хотите зайти на чашечку чая?» – говорил он людям, которые так нуждались в поддержке. И хотя спасти всех не получалось, старик прикладывал все усилия, чтобы погибших было как можно меньше. Дочь Дианы Гэнгинс – одна из людей, спасенных Доном. Вот что говорит ее мать. «Он просто ангел. Большинство людей ничего бы не сделали, отвернулись бы и просто ушли. А у него хватило храбрости, мудрости и душевного тепла, чтобы уберечь мою девочку от самого страшного. Счастье, что он живет на этой земле». Дон Ричи – герой во всех смыслах этого слова, достойный того, чтобы о нем знали люди. Австралиец Дональд Тейлор Ричи прожил 86 лет и за 45 лет своей жизни официально спас 164 человек от самоубийства, прогуливаясь вдоль скалы The Jab. Ричи жил рядом со скалой, названной The Jab. Это знаменитая скала в Сиднее, популярная у людей, решивших добровольно прекратить свою жизнь. Дон выбрал своей миссией спасать жизни этих людей и регулярно прогуливался с смотровой площадки, отговаривая от смерти попадающихся ему потенциальных самоубийц. Он часто начинал свой разговор с обычной фразы «Я могу вам как-то помочь». Затем в процессе разговора Дон приглашал самоубийц к себе на чашечку чая. Дона даже наградили за его спасение медалью. Причина награды звучала как служение обществу по предотвращению самоубийств. Официально Ричи спас 164 человек, но его семья говорит, что в реальности спасенных душ было намного больше – более 400. Дон получил еще несколько наград – «Гражданин года» от местного муниципалитета в 2010 году. На вопрос, почему он делал это несколько десятилетий своей жизни, Дон отвечал просто – невозможно просто сидеть и смотреть, как люди это с собой делают. С 14-летнего возраста Дон служил на корабле и воевал во Второй мировой войне, был свидетелем капитуляции японского флота в 1945 году. После войны он работал продавцом страховок, осел недалеко от скалы The Jab, женился и у них родилось 3 дочери. Дон спасал самоубийц до 2009 года и сам умер в возрасте 86 лет.